пилк. Мой желудок и не такое переживал. Говорят, вкусно. Говорят, вкусно. Ну, не знаю. Пилк. Я и хотел сказать, канал Завали Едальник, меня зовут Василий, а сегодня мы пьем пилк. Что такое пилк? Это, короче, этот Пепси придумал какую-то и Лид Силохан приплела к этому, смешивается молоко с Пепси, и получается новый рождественский напиток пилк. Ну, учитывая, что обычно пьет Лид Силохан, мне кажется, она, ну, это для нее не в диковину уже как-то. Но, говорят, вкусно. Говорят, вкусно. Говорят, молоко и Пепси, вот само то, само вообще смак, самое замечательное. Какой кто-то мне сказал, что и его, ее диетолог, типа, услышав про пилк, сказал, что это смерть желудку. Сразу же, да, мне кажется, нет. Мне кажется, мой желудок и не такой переживал. Уже червев ел, всякие тувинские тушенки из кишок ел, что только не ел. Уж, я думаю, невинную забаву Лид Силохан оно переживет. Я плохо поступаю. Надо в Пепси наливать молоко, по правилам. Специально купил Пепси, думал баночку взять. Но баночка была только кола. Я думаю, что колу... Ну ведь это пилк, а не килк. Поэтому надо же соблюдать правила. И именно чтобы была Пепси-кола и именно молоко. Марку молока не говорили. Я взял вот какое было в магазине. Я не потому взял его, потому что рекламирую. А жаль опять-таки. Но вот что в магазине было, то и взял. Вот получился пилк. Вот он. Этот культовый теперь напиток. Весь этот хлещет его. Чуть не сказал запрещенное слово. Весь тикиток хлещет пилк этот и там обоссывается от радости. Вот Руслан говорит, что просто они не пробовали виски с Пепси. Слушайте. Это неплохо. Я не скажу, что это прям вкусно. Не скажу. Что прямо я вот теперь буду брать Пепси и мешать его с молоком один к одному. Не скажу. Но стакан-то херни выпить не западло, в принципе. Я, честно говоря, может, побольше молока надо добавить, потому что оно плохо чувствуется. Хотя я не соблел, пропорции настоящего пилк и набодяжил не совсем пилк. Не, меняется. Значит, это менее сладкая Пепси получается с легким молочным привкусом таким. Но на самом вкус Пепси. В общем, да, скажем так, вы можете купить Пепси и выпить его просто. Выпить бутылочку Пепси. Можете купить бутылочку молока и выпить молока. А можете смешать и сделать пилк. В последнем варианте вопрос как бы, потому что это, в принципе, то же самое Пепси с легким привкусом молока. Вкусно это, ну, нормально, но стоит ли оно того, чтобы вот это все... Ну, не знаю. Ну, может, если ваше Рождество... Если уж вы на Рождество все прям перепробовали уже, и уже не знаете, чем угоститься, почему нет? Не, нормально. Нормальный напиток, не мерзкий. Как можно было подумать? Газировка с молоком? Ну, газировка с молоком. Окей. Короче, вот такой выпуск получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех люблю, кроме некоторых. 7000 подписчиков нужно к Новому году, вот кровь из носу. Поэтому давай подписываем. Подписываемся, лайки ставим, на канал заходим. Короче, активно пользуемся возможностями своими. Все, всех люблю, кроме некоторых, пока.